знаете, я сегодня готов сделать, как говорят, коалиционную администрацию. Вот все кандидаты партии, которые шли на выборы, потому что в каждой партии есть и положительные, и всякие люди, я об этом как-то говорил в вашей передаче. Я сказал, ребята, давайте возьмем, объединимся. У меня нет, как у Григория Ильича, там родственников и расставленных всех с моих людей в Приморье. Пожалуйста, я готов вам любые должности предоставить. Хотите, пожалуйста, вот у вас в вашей программе, вы хотите? Вот есть моя программа, вы ее видите. Есть ваши, в том числе там Таубер сегодня что-то там рассказывает, готовы там что-то сделать. Но... Там, я образую, там социалисты что-то готовы, там партия ПАС, там все остальные кандидаты, которые готовы. Я говорю, ребята, пожалуйста, давайте ваших людей, если вы не хотите участвовать, например, потому что депутат от ПАС, он депутат парламента, Маркович Таубер, депутат парламента. Пожалуйста, вы давайте ваших людей, берите направление, сделайте то, что вы хотите. Только профессионал. Конечно. Я же готов сегодня, я говорю, что я готов с каждым работать, с каждым абсолютно. Я с каждой партией готов, я не хочу делить бельчан на чужих, своих, не чужих, мы все бельчане. Я говорю, давайте вместе сядем, объединимся, сделаем объединенную программу. Я привезу своих специалистов, которые помогут с Европой нам сделать план развития города. И мы вместе, каждый возьмемся, наведем порядок. Через полтора года будут выборы. Мы избавим людей от админресурса, от всякого для давления. И через полтора года, пожалуйста, бельчане, выберите себе, кого хотите. Кого вы захотите, из кандидатов выберите, но предоставьте всем честные условия. Но не так, что, допустим, Григоришин использует админресурс, что здесь какие-то идут, кто-то, как он говорит, там деньгами давит, кто-то еще чем-то. Ребята, давайте как-то будем обсуждать программу людей.